Блять, охереть, это реально хоррор. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Грей, и это ужасы. Страшные. Непоколебимые. Ужасы про маленького ребенка, потерявшего кого-то в ночной темноте. Давайте же посмотрим. Просто страх. А вот такая вот страшная игра. Ладно, ну на самом деле, да, так оно и есть. Чё это такое? И чё? Что это такое? 9-10. Что это такое? Ай, кукла. Я могу колёсико мышки менять. Это получается что? Камушек, рыбка. Один. Ну. Ходить здесь, в общем-то, по мышке. Ты хочешь сохраниться? Подожди. Нет. Вопросики. Тут какой-то шум доносится. Опять она продолжает тот же. Короче, пошли. А, подожди. Тут как-то залезть можно? Нет, не хочу сохраняться. Тут можно вниз спуститься, можно сюда зайти, да? Нет, можно. Нельзя. Кошмар какой. Как я пройти-то сюда-то, ё-моё? О, господи. Go outside. Yes. Yes. О, собачья будка. Я с фонарем. Какая прелесть. Ну что, погнали. А чё? Вот чё на вопрос? Вот знак вопроса. Куда мне? Что нажимать? Ой. Спокойно. Как мне тебя подобрать? Подожди. Охереть. Просто охереть. Графика неплохая. О! Что-то там... Ой, как громко. Монетки, да, подобрал? Ну. И чё? Так и как? Я не умею подбирать. Может быть... Нет, она выкидывает. Ага. Просто подбирает она. Она, вернее, просто заходит и подбирает. Хорошо. Вообще ничего не понятно. Сраная в этой игре. Это обзор, это не прохождение, ни в коем случае, ребят. Игра, возможно, не новая. Я ее нашел в Стиме. По графике очень показалась прям довольно такая клевая, нарисованная, вот их мультяшная, прям класс вообще. Еще и хоррор, какой-то типа хоррора, квеста. Ну, не знаю, обзорчик сделаю, посмотрим. Я пока вообще не понимаю, что происходит. Сюда типа нельзя бежать, да? Заходить? А давай зайдем. Что будет? Что это? Ну и что? А, тут я не сердце здесь не стучит. Твою мать, это что такое? Мне, слушайте, у меня волосы на голове дыбом встали. Блять, охереть, это реально хоррор.
кошмар, слушайте. Ну, не ожидал, я не ожидал. Ага, куколку я подобрал. Хорошо, пошли. Здесь с этим челдобреком разговаривать, в принципе, не о чем. Надо сразу идти кого-то искать. А кого искать, я не понимаю. Пока не понимаю, вообще ничего не понятно. У нас все в японском стиле, в таком деревянной перегородке. Тут я могу пролезть? Тут я не могу пролезть. Значит, давайте пойдем теперь направо. От нас и налево от нее. Это что такое? Это просто... Give coin into... А, да. Я поставил монетку. Quick save. А, это сохранялка. За деньги. Сохранение за бабки. Охеренно. Это старая, маленькая какая-то херня. Шрайн. Ладно. Опять. Тут везде монстры. Ай, мать твою. Не-не-не-не-не, отвали, сучара. Тут сразу, там, если я там проходил, да... Да ты посмотри, тут у них полно везде, я не понял. А, может быть... Подожди, кукла. У меня в руках кукла. Я не знаю, она типа в виде крестика, может быть... Это отпугнет этих чудаков. Тихо. Кто это? Кто это нахуй? Как ты забираешься, кукла? Она не подбирается. Дело в том, что как там монетки, если кинуть. Монетки можно подобрать, а это нет. Кого мне здесь найти-то, ёб твою мать, блядь? Охереть. Просто охереть, слушайте. Игра реально жуткая, на самом деле. Спортивная площадка. Подожди. Может быть, постоять? Рыбка. Камень. Кошка там, слышите, да? Да ты заебал! Он меня за ногу держал, сучара. Я через люки, значит, ходить уже не буду. Хорошо, спасибо. Обалдеть, просто обалдеть. Слушайте. Ой, что-то лежит. Камушек подобрал. И вот уж что нежданно-негаданно, так это вообще игра в таком стиле. О, боже мой, это какой-то коп? Кто это? Я могу здесь пройти? Я, наверное, не могу здесь пройти, потому что он стоит, меня караулит. Если он меня... Так, я отсюда пришел. Если он меня... Схватит сучара, я уже не выберусь. Он просто заляпает мне весь экран кровью и все. Давай вот сюда пройдем. Может быть, здесь дом? Может быть, кому-нибудь прийти в гости? Кто это? Что за звуки? Охереть. Слишком, это слишком страшно. Реально, ничего страшного не происходит, но страшно, сука. Тихо. Найду, отлуплю. Вот кто потерялся, я не знаю. Может, брат мелкий, сестра. Может быть, кукла потерялась где-то. Отлуплю. Так. Пипец. Блин, девочка, как ты можешь? Кто тебе... О, петух. Он, наверное, нормальный. Здоров. Убегает, смотри. А ты что ночью делаешь? Ты как бы курица, они слепые ночью. Надо... Это необычное. Сейчас 100% что-то будет. Смотри. Быстрее меня. Ну понятно, курицы, петухи быстрее людей бегают. Тихо. Давай. Нет, я через люк, я научен. Ну, пойду. Нет.
Какие-то вообще монстрики-то. О, что-то валяется. Денежка. Денежка, это хорошо. Ой, сохранялка. Я такое ощущение, что вообще вокруг обошел. Да? Я потратил монетку. Быстрое сохранение. Великолепно завершено, говорит мне игра. Мы идем дальше. Так, петух. Сучара. То есть он как-то меня обманул. Я теперь не могу из-за решетки выйти. Ну ладно, ладно. А здесь уж совсем темно. Обо. Что это? Тут вообще непроглядная тьма. О боже мой, боже мой. Насчет, как это сказать, новизны игры не знаю, ребят. Я знаю, что она как минимум в 16-м году вышла. А какого? В конце, в начале? Ну, скорее всего, где-то в конце года, где-то в середине. В середине, либо в конце года. И я ее просто не видел. Она не попадалась мне. Вот с таким оформлением игра ни разу никакая. А я такие на самом деле очень люблю игрушки. Она мне показалась, знаете, такой прорисованной всей. То есть на скриншотах как бы все равно обманчиво. То есть скриншоты же можно немножко приукрасить. Фотошоп, там все дела. Здесь я не скажу, что играет. Охуеть, это кто был? Это кто был? А мы где? Охереть, кто-то за решеткой. Что здесь происходит нахер? Ебать, капец. Нихуя, ебать! Нихуя себе, это что такое? Можно я пройду? Можно я пройду? Он меня не трогает. Нихуя себе. Нихуя себе. Можно я пройду, Вась? Давай, сучара. Я прошел. И я тебе, скорее всего, на превьюшку скину, мудила ты сраная. Ебать! Слушайте, я не знаю, это испытание прям, оно реально жуткое, просто вот жуткое. Пиздец просто какой-то. Вы что, с ума посходили? Ой! Мать твою! Ой! Да ну как? Подождите. Я хочу под стеночкой. Я тебе не уйди, пожалуйста, сука. Фу, охереть, ребят. Ладно, давайте на этом обзор закончим. Я в нее поиграю обязательно. Может быть, ну, серию запишу, когда разберусь. Я сейчас просто ходил непонятно куда и... Фух, до сих пор, капец, у меня мурашки. Она реально жуткая. Вот. Оставайтесь одни, звук в наушниках погромче. И играйте. Если вы будете в полной темноте, как я, мне здесь темно. Если я вот сейчас вот так возьму, сделаю, смотри. И меня нет. Потому что в моей комнате темно. Вот я вот только моя морда видна. Вот, собственно, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Меня зовут Дмитрий Грей. А это была игра. Она очень странно называется. Даже я не понимаю. Open Scrapbook. О, боже мой, сколько здесь всего. Она еще, видите, как нарисована. Она реально клево нарисована. Дневничок. Игра, бляха-муха, честно, не буду... Ну, в названии видео вы увидите, как оно называется. Я уже не помню. Там очень длинное название. Какое-то Ямакари Нори Мори. Чего-то там. Пока-пока.
Как разберусь, запишу еще одну серию. А сейчас все. Надеюсь, вам понравилось. Игра жуткая, страшная. Мурашки у меня, у очень взрослого человека, бегали. Так что вы вообще усетесь и укакаетесь. Пока. Спокойной ночи. Любители хорроров. Ха-ха-ха.